уже километр иду по улице, как такового тротуара нет. И получается, что и люди, и машины двигаются по одной дороге. Движение здесь, как видите, как в Англии, непривычно. Мотоциклов миллионы стоят. Ни у кого из них сигнализации нет. Просто подъехал, поставил и пошел по своим делам. Фрукты очень прикольные. Ну, как бы так. Интересно. Моя морда помещается в объектив или нет? Тайские девушки местные не очень красивые по существу своему. А если уже увидел действительно красавицу, то будь начеку сразу. Это транс. Одна из миллионов выдается красивой. Остальные никак. О! Что-то подобие тротуара. Перехожу. О, надо зайти в магазин сувениров. Может быть, что-то приобрету сейчас. Посмотрим.